Ташкент – столица Узбекистана, самый древний и крупный город Средней Азии, очень интересное место для туристов. Здесь гармонично сочетается восточный колорит и современность. Это делает его по-настоящему уникальным. А вы знаете, что еще в конце 19 века в окрестностях Ташкента водились тигры? Сейчас, увы, их там уже не осталось. Парки, скверы и прочие зеленые насаждения занимают треть всего Ташкента. Самое высокое здание – телебашня, 375 метров. Символом Ташкента является башня с огромными курантами, построенная в 1947 году. Жители Ташкента очень любят читать и активно пользуются библиотеками, особенно молодежь, что радует. Старшее поколение хорошо владеет русским языком, а вот молодежь активно изучает английский. Жители Ташкента, да и всего Узбекистана, очень гостеприимны. Даже малознакомого человека могут пригласить в гости, накормить и напоить чаем. Узбекский плов включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Узбекистане существует сотни рецептов плова. В Ташкенте на домах советской эпохи встречаются мозаичные панно. Ранее много таких мозаик были закрашены, но сейчас их включили в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, и их восстанавливают, они взяты под охрану государства.